Именитые факелоносцы и другие участники эстафеты «Пламя мира» смогли максимально оценить промышленный потенциал Мозырщины. После визитов на нефтеперерабатывающий завод и птицефабрику «Зари» гости прибыли на территорию открытого акционерного общества «Мозырь-Соль». Известно, что солевики – народ активный, спортивный, творческий, позитивный. Помимо решения производственных вопросов, на предприятии много внимания уделяют разнообразному досугу. «Пламя мира» встречали песнями, танцами и торжественными речами. Вторые европейские игры – знаковое событие, которое объединяет районы, города, даже континенты. Это настоящий праздник добра, мира и спорта. Вдвойне приятно, что часть эстафеты «Пламя мира» проходит по территории нашего Мозырьского района. И нам, коллективу работников предприятия «Мозырь-Соль», выпала большая честь стать непосредственными участниками этого масштабного события. Пронести факел по территории предприятия доверили работнику сользавода Сергею Ситнику. Чемпион Европы по гиревому спорту подчеркнул два важнейших в этом году события своей жизни – рождение дочери и участие в эстафете «Пламя мира». Как спортсмен и как болельщик со своими предпочтениями на вторые европейские игры Сергей уже определился. За страну, за Беларусь буду болеть свою. Вида спорта – буду легкоатлетика и гребля. Продолжилась праздничная церемония концертом на открытой площадке с участием дошколят и школьников. На память заводчанам остались сотни тематических фотографий и яркие впечатления. Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».